Victory! Over. Victory! Итак, всем привет. Это у нас Splitgate. Пробуем новые настройки микрофона. Что, где, как. Блин, опять. Это сложное задание. Так. Здесь нужно все делать через телепорт. Потому что рекорд в 26 секунд побить нельзя по-другому, если просто бегать. Но здесь самое длинное место. Воу, слишком перелетел. Лагануло. Тут спуск. Нужно сразу же сюда телепорт. Сюда. Здесь можно сразу же оттуда долететь. Ага. Здесь какие-то кривули. Чуть тут вниз куда-то. Так, легко все мы закроем. Сейчас мы туда опять улетим.
Вниз. В бок. Так, тут собираем. Тут собираем. И вот тут. Вообще не представляю, как это можно было сделать. Что-то лагать больше начал, неужто из-за голоса. В общем, вот четвертый раз прохожу. Пробовал другие, они еще сложнее. Давайте попробуем поиграть. Не знаю, что из этого выйдет. Пропуски я не покупал, хотя, возможно, я бы накопил на него. Но мне больше понравились ежедневные задания, на которые я потратил, соответственно, по 50 монет, так как я не заходил долго, то... Неделя, где вот она? Инвентарь. Вот инвентарь и никнейм нажать это одно и то же. Вот он всего лишь 900 стоит. Ежедневное задание. В общем, там где-то высвечивается ежедневное задание, я уж не помню где. И я там восстанавливался. Да, чем эта игра лучше CSGO, тем, что здесь граффити бесконечные. Хотя бы граффити не нужно покупать. Вот эти вот три, они так и будут висеть, пока я не куплю боевой пропуск. Вот это к боевому пропуску относится, а это обычное испытание. Обычное испытание я уже все забрал. А эти сколько не забирай, так все и останется. Так, ладно. Здесь нужно выбрать вот эти вот. Вот это задание, оно берется из этих и ставится сюда. Здесь увеличивается скорость, либо что-то увеличивается, либо просто экспа увеличивается. Господство, царь горы можно убрать. Скучно и неинтересно. Инстагиб. Я, кстати, инстагиб давно не играл, поэтому сейчас хочу его сыграть. Правда, из-за лагов я все равно никуда не попаду. Знает. 775 сокет и E5430. Настройки все на лоу. Все равно лагает, потому что Unreal Engine 4 не для 775 сокет. Тем более не для процессора на 2.66. Прикольно, конечно, сделали зоны ожидания. Ну да ладно. Инстагиб. Олимпус. Фигня. Хеликс, наверное, получил бат. Давай Хеликс. Ампус. О, еще лучше. Зайдет. Здесь, кстати, учитываются скины не как на ВКСе. В КСС я же еще играю. На ВКС сервере там скинчики нарисованы. И эти... О! Здесь не 2 секунды. А это выстрел идет. Обычно вот так вот держишь, стреляют 2 секунды. Тут прям сразу можно стрелять. Вот теперь это хороший режим. Инстагиб — это режим для тех, кто не знает, или кто в Quake не играл. Это оттуда пошло. Это... Один выстрел, один килл. Не лагать. С перчатки 50 урона. С этого оружия 150. ХП всего 100. Ай, подлюбил. Так вот, на ВКСе скинчики большие или маленькие. Не важно, можно себя убить. Так вот, скинчики большие или маленькие, это... Не важно. Потому что голова...
обычным игрокам. Голова на да, кстати, в настройках советую поменять, я только вчера это поменял. То, что когда начинаешь идти, то сразу же бег. Но если нужен shift, то есть ходьба, то переключаешь на shift. Раньше у меня было не совсем удобно, я большинство времени просто ходил. Потом только вспоминал. Раздают. Здесь почти на любом ядерном процессоре будет 100 FPS. Надо присадка. Потому что 4 ядра. Бегают, либо прячутся, либо бегают. Хрен. Режим прикольный. У тебя на shift по привычке нажал. Пошел. Пешком. Не вылетай. Она опять вылетела. Че, она до сих пор в бета-тесте, что ли? Ёкарный бабай. Да, Unreal Engine 4 ошибка. Здесь появляется оверлей. Оверлей Steam в ошибке Unreal Engine 4 Crash Report. Она вообще-то у всех вылазит, не только на 775-м сокете. Но у меня почаще. Видимо, оперативки не хватает или еще что-то в этом роде. По-моему, она уже... Да, здесь раньше была приписка бета. Сейчас она уже не бета. До сих пор какие-то странные ошибки. Ну, может, оптимизация только под новые компы. Мой комп 2008 года. Он был создан вообще 2007. 771 сокет он, наверное, был раньше придуман, чем 775. Ну, я так по циферкам думаю. Если это так, то процессор, который у меня сейчас стоит, вообще 2006 года. Плюс, когда его начали разрабатывать, там, в 2005. В итоге 16 лет уже этому процу. Фиг, я что тут просу? Так, инстагир. Цена прикольная машина. Ой, я четвертый. Сейчас только пришел. Четвертый. Четко поиграли, ага. Соревновательно. Пришел, увидел, победил. Не шуми, комп. Ч. Я понимаю, тебе тяжело. Кому сейчас легко? 8 киллов. 7 входов в порталы. 6 порталов создано. Нужно один матч выиграть до получения чего-то. Какого-то дропа. Вот этот скин. Мышку, наверное, видно. Не знаю. Я ее только что поставил. Вот этот самурай, он задолбал. У меня 5, наверное, вот таких вот самураев. И один вот такой вот желтый. Я хочу вот такой же, как у меня сейчас скин, только синий. С этими самураями реально задолбали. Ой, стрёмная карта для красивого бега.
прицел тоже вчера поменял. Здесь на каждом оружии свое, свой прицел должен был бы быть. Когда бежишь, плюс-минус. С ракетницы раздолбал меня. Вблизи. Он же сам мог взорваться, зачем тут. Гиб, не хочу. Посмотрим другие режимы. Так как запись 8000 битрейта, то можно записать подольше видео, как я делал с асфальтом, где у меня там по часу, по 3 часа даже есть видосики. Но этот я не буду так сильно растягивать. 8000, потому что YouTube, потому что здесь стоит тоже урезание качества, вот шкала разрешения 50%. То есть мой экран 5x4 разделить на 2. Это 540 на 512. Да? Да. Лаги. Ждем. Это не на видео лагает, если что, это у меня так лагает. Я так вижу. Так, что? Опять выкинул, что ли? Не понял. А, это опять разминка была. Ну, сейчас будет бег сбить. Примерно вот так вот игрового времени у меня здесь неделька. То есть, видимо, перед праздником, Хэллоуин, американским праздником, здесь сделали за место воды темную воду, типа кровь. Скорость здесь, да, вот огромная. Плюс у меня еще автобег включен. На таких скоростях тут не знаю, меня сейчас противники или союзники слышат, я вроде отключал эту функцию. Там есть включение микрофона, постоянное включение. Для тех, кто находится рядом. Не сказано, что для союзников. Сказано для тех, кто рядом. То есть настройки по микрофону здесь какие-то дурацкие. Очень удобно. Если вы зайдете в тренировку, подойдете к манекену, остановитесь перед ним в 2 метрах, то увидите, как ваша бита загорается. Это значит, что она готова. Она не загорится, когда вы бежите на врага, тем более с такой скорости. Просто пока она начнет разгораться, вас уже убьют. С какого расстояния она ловит. Поить. Побегу, что-то прикольное, не знаю, во что это будет. Спорт. Игра. Хорошее начало. Скорее маленько. Ну, недостаточно. Телепортов нет. Чего больше? Вот любое убитых. Скинчики не дают преимуществ. Так что все донатеры здесь как в фрезе. Просто донатер. Эй, Валу. Смотрите, что у меня есть. Граффити. В сурсы вообще можно свои загружать. В голубых нельзя. Может, их вообще не хотели делать? Типа, зачем они нужны? Они уже отвлекают и путают.
Но так как люди просили, сделали. Но сделали платную, то есть только те, которые они хотят. Только команды там. Или просто бесполезно шутку. Не очень прикольно. Я их, кстати, лучше убил. Ну, не смог. Не очень прикольно, когда он ударил, и ты ударил. Но здесь не важно, какой пинг срабатывает оба удара. То есть вы просто друг друга биты ударили. Может быть так, что тебя застрелили, а тот время биты ударил. Сработают, вспомни. Вот от моего лица то же самое. Повтор в повторе. Вы сейчас смотрите повторы, а это повтор в повторе. То есть мы находимся на 2 метрах друг от друга. И срабатывает у обоих этот датчик, или как он называется. Я его ударяю. Он умирает, он тоже в это время ударяет, он тоже умирает. Плюс дроп. Плюс какая-то, что это? Новая бита. Смотрим. Дропчик. Что-то еще есть? Видимо, нет. Люди на сервере также делали, ставили 2 телепорта и бесконечно падали. С рельсотроном по ним точно не попадешь. О, 6-й самурай, спасибо огромное. Сплит хренейт, как там тебя? Кто создал эту игру? Дерьмо. Сколько можно этих самураев мне давать? У них просто нету столько цветов в мире, сколько мне уже дали этих самураев. Пусть будет такая бита. Джиггернаут. Только одно название, цвет. Так себе. Так, у меня есть зеленый самурай, красный самурай, оранжевый самурай. Черный есть? Да, у меня черный есть даже самурай. Фиолетовый, киберпанк. Синий вот тоже перед этим выпадал. Вот, че вот это вот за хрень выпало на руке у меня, я тоже не знаю. Вчера выпало. Че она дает? Есть оранжевый самурай, желтый самурай, еще один черный. Сколько этих самураев? Я хочу вот такой. Или вот так. Нет, такой не хочу. Да ладно. Вот такой у меня есть. Он прикольный тем, что талия уже, попасть как бы посложнее, но слишком широкие плечи и пошире голова, чем у моей любимой модельки. Нет, нет, хотя это тоже, это стандартный скин, который выдается в самом начале, и он шикарен. Такой себе. Вот мой скин, он здесь синий. Почему он здесь у меня желтый? И он только один такой. Не выдаются никаких, ни синих больше, ничего. Но на аватарке он синий. С желтой башкой. Почему? А, да, там же в настройках можно включить цвет противника. Можно поставить в RGB любой. То есть и синий тоже. И старые кости, ну прям про меня. И копируем пистолетик. Вот этот нормальный, по сути. Этот самый был бы красивый, но он слишком какой-то тусклый, что ли. Единственный анимированный у меня. Вот такой себе. Ставлю этот нормальный. Не поставил. Портал платный, бесплатный, платный, бесплатный, платный, бесплатный.
Есть выбор. Спасибо за просмотр. Жду вас в этой игрушке. Вообще игра мне нравится. Очень даже. Качайте, она бесплатна. Поиграем.